Всем здравствуйте! У нас видеообзор немецкого ножа фирмы WMF Profi Serial. Так, давайте посмотрим. Нож поставляется в такой пластиковой упаковке. Имеет вот такую вот форму, как заявляет производитель. Этот нож предназначен для нарезки сырого либо готового мяса, либо курицы. Нож произведен в Германии. Длина клинка у нас составляет 200 мм. Вес этого ножа 220 грамм. Ручка у нас деревянная. Заточка у этого ножа двухсторонняя, пятки у нас нету, нож заточен полностью. По стали, значит, маркировка на ноже имеется, написано сталь Х50, хром, молибден, ванадий 15. Этот нож мне достался бонусом при большой поставке ножей, так что вы можете купить у меня его дешевле, чем он стоит по себестоимости. То есть цена на этот нож очень низкая. Если вас заинтересует, пишите мне, стоимость я вам отвечу, какая. Нож в наличии у меня один. Больше, наверное, в ближайшее время таких ножей у меня не будет. Также под этим видео я оставлю ссылку на группу «Профессиональная кулинария». В ней вы можете посмотреть, в наличии есть у меня большое количество ножей, привезенных из Японии. Если у вас есть любые вопросы касаемо этого ножа или же другого, пишите. На все ваши вопросы я вам дам ответ. Спасибо за обзор. До свидания.